Привет всем! Мы снова в центре Иерусалима. И куда мы приглашаем всех сегодня? Сегодня мы побываем в районе, известном под названием Русское подворье. Это также исторический район города. И сегодня мы расскажем, какие причины способствовали его возникновению, как он развивался. Конечно, в рамках одного видео мы можем лишь слегка коснуться этой интересной темы. Но если мы увидим вашу действительно заинтересованность, то продолжим ее и в следующих наших встречах. Правда, Лиз? Мы сидим в небольшом скверике рядом с русскими постройками, а перед нами всем известная улица Яффа. Когда-то здесь проходил один из главных путей, по которым пилигримы добирались до стен Иерусалима. Начало улицы Яффа находится у Яффских ворот старого города. Об этих воротах у нас уже снято видео. И кто на канале недавно, можете его посмотреть. От этих ворот начиналась дорога из Иерусалима в Яффу. В течение второй половины 19 века вдоль дороги началось строительство домов и кварталов. Так постепенно возникла и сама улица. И вот такой трамвай теперь красивый, да, ездит по этой улице. Это теперь, раньше этого не было. Это самая длинная улица Иерусалима. И доходит она до струнного моста на выезде из города. Итак, во второй половине 19 века начался исторический период выхода Иерусалима за крепостные стены. И одними из первых вне стен города приобрела землю Российская империя. Это было в 1859 году. К тому времени, с 1820 года, уже действовало здесь русское консульство в Яффе. А в 1847 году появилось представительство Российской Православной Церкви в Иерусалиме в лице русской духовной миссии. А знаете, кто учредил русскую духовную миссию в Иерусалиме? Церковь? Нет. Министерство иностранных дел Российской империи. Такие духовные миссии МИД учреждал не только в Палестине, но и в Японии, в Китае. Все в рамках государственной политики. Россию и Святую Землю связывали многовековые паломнические традиции. И на протяжении столетий Российская империя выступала защитницей прав православного населения Турецкой империи. И эта тема ответственности являлась одним из факторов внешней политики государства российского. Поражение России в Крымской русско-турецкой войне 1853-56 годов вело к сокращению ее влияния на Балканах. А после подписания Парижского мирного договора у России не осталось практически какой бы то ни было самостоятельной деятельности на Востоке. И в результате появилась новая концепция российского влияния на Востоке через многовековое, стихийное и неконтролируемое народное паломничество ко святым местам и в Иерусалим, которое и стало инструментом внешней политики. Таким образом, у Российской империи появлялась сфера собственных интересов в Святой Земле. То есть паломничество, оно было как бы до этого, но в формах неорганизованных, стихийных, самостоятельных. Часто оно представляло собой даже опасность для паломников. На них нападали бедуины или их грабили какие-то там разбойники по пути. Поэтому необходимость в такой структуре существовала. Первым шагом стало создание Русского общества пароходства и торговли РАПИД сразу же после подписания Парижского мирного договора в 1856 году. Ведь Черноморский флот был упразднен, и по этому договору предполагалось, что пароходы общества РАПИД заполнят собой пустоту. Тем более, что характер общества не государственный, значит, претензий не будет. Российское общество пароходства и торговли на рубеже 19-20 веков стало крупнейшей российской судоходной компанией в бассейне Черного моря. Помимо прочих материальных выгод для общества, российское государство обязалось купить почти 7 тысяч акций этой компании на сумму 2 миллиона рублей. Причем половина этой суммы была внесена немедленно, тут же. Это была мощная государственная поддержка практически частной судоходной компании. И все говорило о том важном значении, которое придавало государство деятельности общества РАПИД. В 1857 году, всего через год после создания,
у общества было уже 17 пароходов, и еще 10 стояли на верфях. Например, для сравнения, до Крымской войны во всей флотилии Одесского порта было всего лишь 12 судов. И поплыли. Поплыли вскоре корабли с паломниками из Одессы в Святую Землю. Но надо же было строить некую инфраструктуру расширяющемуся паломническому движению. Подворья, церкви, больницы, представительские здания. Да, ведь ни у какой, ведь ни у русской духовной миссии, ни у русского консульства в Иерусалиме, его открыли в 1858 году, не было еще своих помещений. А паломники жили в греческих монастырях. Для управления строительством и эксплуатацией зданий создали Палестинский комитет. Его возглавил брат российского императора, великий князь Константин Николаевич. Князь прибыл на Святую Землю с сыном и супругой. И во время его визита в 1859 году были приобретены земли за стенами Иерусалима, треть из которых были подарены самим турецким султаном. Госказначейство выделило сразу на нужды комитета 500 000 рублей. Также шли пожертвования из церковной кружки. Это когда во всех храмах Российской империи в вербное воскресенье собирались пожертвования на святые места Палестины. За все время существования комитета собрали почти 300 тысяч рублей. Сам комитет действовал до 1864 года, собственно, до окончания строительства всего русского подворья. Первой на пути из русских построек встречается русская больница. И на ней даже сохранилась историческая табличка «Русская больница». И это был госпиталь, рассчитанный на 60 кроватей, известный как «Русская больница» в Иерусалиме. И начала она работать в 1863 году. Больница проработала до 1914 года. Это первая больница за пределами старого города Иерусалима. А в начале британского мандата больница управлялась американским Красным Крестом. И до ухода англичан в 1948 году служила британским правительственным госпиталем. А после стала госпиталем армии обороны Израиля и называлась Авихаил. В здании также находилась лаборатория больницы Адасса. По назначению здание использовалось практически до 80-х годов. Его тоже чуть было не разрушили, но мэр Иерусалима, знаменитый Тедди Колик, отстоял это здание, и сейчас здесь располагаются отделы мэрии Иерусалима. Как видите, надпись «Русская больница» осталась до сих пор как историческое свидетельство былых времен. А мое внимание привлекли вот эти уникальные печные дымоходы 19 века на здании амбулатории бывшей русской больницы. Вот этот красивый домик на улице Яффа и есть амбулатория больницы. Мы находимся с вами буквально в сердце русских построек в Иерусалиме. Слева русская больница, историческое здание, а справа двухэтажное здание русской духовной миссии. Вот прямо здесь его можно четко увидеть. Где зеленых два флага, это центральный вход представительства Русской Православной Церкви в Иерусалиме. А там дальше, вдали, купола уже видно Троицкого собора в Иерусалиме. И ворота исторические, вот они были перенесены на несколько метров, но сохранены одного из входов на русские постройки. Сразу возле больницы здание русской духовной миссии в Иерусалиме. И чуть дальше Троицкий собор. На территории русских построек сейчас идет активное строительство будущей Академии художеств Бецалель. Сейчас я стою у центрального исторического входа в русскую духовную миссию. И, собственно говоря, это здание русской миссии.
Здесь внутри действует домовая церковь мученицы царицы Александры. Но сейчас русская духовная миссия занимает его меньшую часть, а в остальной части располагается Израильский мировой суд. Суд арендует у миссии помещение, а представительство церкви таким образом получает от израильского суда за них арендную плату. Весь комплекс был построен в период 1860 по 1864 годы и возглавил строительство архитектор из Петербурга Мартин Эппингер. Именно под его руководством были построены и Троицкий собор, вмещающий 1200 человек, двухэтажное здание русской духовной миссии, мужское подворье, впоследствии названное в честь великой княгини Елизаветы Федоровны Елизаветинским, женское подворье на 500 человек, названное в честь императрицы Марии Александровны, дом для русского консула с оградой и воротами. Ворота со стороны старого города назывались консульскими, а со стороны дороги на Яфа – церковными. Итак, за 4 года сложился целый архитектурный ансамбль русских построек в Иерусалиме. После этого комитет передал свои полномочия Палестинской комиссии. Конечно, доминирующим зданием, объединяющим все русские постройки, стал собор Пресвятой Троицы. Троицкий собор получил внутреннюю отделку только к моменту своего официального освящения в 1872 году, уже при Палестинской комиссии. Его освящение приурочили к приезду родного брата императора Александра II Николая Николаевича. Это торжественное событие произошло 8 ноября 1872 года. Собор освящал патриарх Иерусалимский Кирилл II в сослужении 4 иерархов и многочисленного духовенства Иерусалимской церкви при начальнике русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрите Антонине Капустине. Я стою у входа в Елизаветинское подворье. Это было мужское подворье для паломников, рассчитанное на 300 человек. И вот надо мной даже видно сохранилась надпись «Елизаветинское подворье» и знак императорского православного палестинского общества. Но теперь это тюрьма для предварительного заключения. В 1882 году в России учреждается еще одна общественная организация – Православное Палестинское общество, которое возглавил великий князь Сергий Александрович. Общество внесло свою значимую лепту в расширение русских построек в центре Иерусалима. С 1886 по 1890 годы было построено вот это новое подворье, позже названное Сергиевским в честь погибшего в теракте в Москве в 1905 году великого князя Сергия Александровича. Дело в том, что получилось, мы уже об этом говорили и будем говорить, что Палестинская комиссия параллельно работала с императорским обществом некоторое время, с 82 по 89 годы. И вот это новое подворье, оно как бы немножко в стороне находится от всего комплекса русского подворья. На центральном фасаде Сергиевского подворья сохранились исторические надписи «Русское подворье» и стих из 61 главы книги пророка Исаии: «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». И этот же стих присутствует на знаке императорского православного палестинского общества. Такие каменные знаки с логотипом палестинского общества сохранились на многих зданиях русских построек. Мы уже говорили, что на русском подворье сейчас идет активное строительство. Прямо за восточной частью Троицкого собора и рядом с Мариинским подворьем строится комплекс Академии художеств Бецалель.
На этом плакате показан эскиз будущего комплекса. Мы заходим во дворик бывшего странноприимного дома для 500 паломниц. Это Мариинское подворье, и действовало оно по назначению до 1914 года. Теперь вокруг сплошная стройка. Годы Первой мировой войны его заняли турецкие солдаты, а со сменой правления британцы использовали его в качестве тюрьмы. С 1948 года Мариинское подворье проходит перерегистрацию, как и другие русские постройки, на имя правительства СССР. В 1964 году, в результате договора, подписанного премьер-министром государства Израиль Голдой Мейер и генеральным секретарем СССР Никитой Хрущевым, в рамках так называемой «апельсиновой сделки» и это подворье, и консульство, и Елизаветинское подворье, и здание больницы продаются советским правительством государства Израиль. С 1964 по 1991 годы историческое здание Мариинского подворья использовалось под склады еврейского агентства «Сахнут». С 1991 года здание Мариинского подворья передается в ведение Министерства обороны Израиля, и основывается здесь музей узников подполья, работающего на постоянной основе и открытого для посещения по сегодняшний день. На фасаде здания до сих пор сохранился барельефный каменный знак Императорского православного палестинского общества со словами пророка Исаии: «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». Это здание бывшего Николаевского подворья для паломников было построено Императорским православным палестинским обществом в период с 1902 по 1905 годы и названа в честь императора Николая II. Оно также было продано правительством СССР государству Израиль в 1964 году по апельсиновой сделке. Сейчас здание занимает офисы полиции Иерусалима, отделов израильского суда и управления картографией. Мы чуть не забыли еще об одном важном здании комплекса русского подворья. Это здание русского генерального консульства в Иерусалиме, которое успешно действовало с 1864 по 1914 год, когда дипломаты консульства из-за конфликта России с Османской империей в ходе Первой мировой войны эвакуировались в Египет. С этого момента российское дипломатическое присутствие в Иерусалиме прекращается. Здание заняли сначала турецкие войска, потом с 1917 года англичане, а затем израильтяне. И в конце концов оно было также продано в ходе апельсиновой сделки в 1964 году. Вот такие в целом обстоятельства возникновения в Иерусалиме русских построек. Если вам интересен этот сюжет, пишите, пожалуйста, свои комментарии и отзывы. И мы решим, стоит ли продолжать дальше эту тему. С вами были Павел и Лариса. Всем доброго здоровья и, конечно же, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажимать и перенажимать на колокольчик, чтобы снова получать уведомления на новые видео. Становитесь спонсорами нашего канала. Благодарим тех, кто уже это сделал. Всем большой привет с русского подворья в Иерусалиме. До свидания. И до новых встреч. Русское подворье в 21 веке – неотъемлемая часть центра Иерусалима.
Здесь переплелись история, архитектура, политика и религия, как, впрочем, и во всем Иерусалиме. Давайте вместе немного пройдемся по исторической, но такой современной улице Яффа, часть которой находится в двух шагах от русского подворья.